Добро пожаловать в школу полиглотов. Меня зовут Ирина Мовсисян. Сегодня с вами говорим про превосходную степень прилагательных. Вообще слово «превосходная» превосходит, самое лучшее. Слово говорит само за себя. Нету более совершенства. Это самая совершенная степень. Самый большой, самый дорогой, самый дешевый, самый трудный, самый легкий, самый-самый. Посмотрите, пожалуйста, на досочку. Превосходная степень. Самый-самый. Самый большой, самый милый, самый счастливый. Чтобы образовать превосходную степень сравнения прилагательных в английском языке, во-первых, вам нужно использовать артикль «the», а к самому прилагательному вам нужно прибавить суффикс «est». Big – большой, the biggest – самый большой. Мы здесь удвоили буковку «g» для того, чтобы сохранить закрытый слог, чтобы получилось не «biggest», а «biggest». Okay? The biggest – самый большой. Слово nice – милый. У нас уже есть буковка «i» здесь, поэтому два раза нам не нужно прописывать. Мы просто прибавим «st». The nicest – самый милый. Happy – счастливый. Happy заканчивается на «y». Если слово заканчивается на «y», то при образовании превосходной степени «y» меняется на «i» и прибавляется суффикс «est». The happiest – самый счастливый. Давайте запишем примеры в вашу тетрадочку. This is the nicest car. Это самая классная машина. Самая дорогая, самая эффектная. This is the happiest day. Это самый счастливый день. I am the tallest girl in school. Я самая высокая девочка в школе. Не забывайте использовать артикль the. Давайте сделаем следующее задание. У нас с вами есть словосочетание a small book – маленькая книга, a cute girl – милая девочка, a nice person – хороший человек, a deep river – глубокая река, a cheap phone – дешевый телефон, либо a cheap ticket – дешевый билет. Давайте мы сделаем превосходную степень сравнения. Это самая маленькая книга. Правильный ответ. This is the smallest book. То есть мы ставим артикль не a уже, а the. This is the smallest book. Ты самая милая девочка. Правильный ответ. You are the cutest girl. You are the cutest girl I know. Вы можете сказать комплимент. Ты самая милая девочка, которую я когда-либо знал. You are the cutest girl I know. A nice person. Он самый милый человек. He is the nicest person. Можно добавить ever, который вы когда-либо встречали в своей жизни. He is the nicest person ever. A deep river. Это самая глубокая река. Правильный ответ. This is the deepest river. Например, это самая глубокая река в нашем районе. This is the deepest river in our neighborhood. Это самый дешевый телефон. Давайте. Правильный ответ. This is the cheapest phone. Молодцы. Ну и последнее предложение. Это самый дешевый билет. This is the cheapest ticket. Скажите такую фразу. Они обычно покупают самые дешевые билеты. Правильный ответ. They usually buy the cheapest tickets. Чтобы образовать превосходную степень сравнения прилагательных в английском языке, вам нужно использовать артикль the, а к самому прилагательному, односложному прилагательному, мы прибавляем суффикс est.
Мы с вами прошли теорию, а упражнение вы сделаете по моей книге «Английский язык для начинающих. Это грамматика». Ссылочку на книгу я оставлю в описании к этому видео. Если вы хотите оттренировать навыки говорения английского языка, если вы хотите тренироваться со мной как с репетитором, тогда я посоветую вам мой разговорный курс, курс-тренинг, который называется «От А до Я». Вы увидите, что на данном тренинге я буду задавать вам много вопросов. Во время паузы вы будете отвечать на данные вопросы. Таким образом, вы будете тренироваться говорить. На всех видео есть правильные ответы. Таким образом, вы можете себя тренировать днями и ночами. Данный курс можно приобрести на моем сайте школаполиглотов.com в разделе «Английский язык. Курсы от А до Я». Курс придет вам сразу же после оплаты. Доступ к нему останется у вас навсегда. Всем спасибо большое и бай-бай!